ни хрена не выспался, но нужно было встать раньше. Все, я навещу одного подписчика. Я не говорил о нем раньше. А сейчас думаю, что подумал или что, что все-таки стоит сказать. Не последний человек был. Погнали. Чизы. Погода сегодня на нашей стороне. Относительно тепло. Относительно хорошо. Я в целом рад. Такой расклад у нас получился. Мерзнуть зато не будем. Пленки, потому что холодрыга была, пипец. Я тоже идешь на ту электричку, как это кожанки там. Макс Снежков фотку нашел, где мы стоим с ним. В двух кожанках. Так, подожди. Давай нас здесь повернем. Ну реально холодно было. А сейчас что-то вообще, блин, зима какая-то. Зима на минималках. Снега много было, конечно. Снега, да, много. Опять же, думали, в том году будем плавать, но как-то он так незаметно растаял, без ряда, так скажем. Дело важное. А вот на вон сейчас мы так же идем. А не вон там? Да вон крест стоит, вот деревянный, по-моему, да, положен. Да. Давайте сейчас. Неправильно пошли? Вот. Немножко да, мы как всегда. Лопатой, может, очистим не, немного. Не взял? Не, не взял, сейчас я поеду. Не, а в смысле машине с собой. Ну есть, там, ну. Там. Давай, да? Сейчас я. Да не надо, рукой слегка его. Да, да что слегка, нормально сейчас почистим. Ой, ой, ой. Ой. Ну давай, схожу туда, ладно. Но. Так, тогда держи-ка. Да. Ну что, Колян, подержи пока. Что держи? Не, в кадре. Давай. А, снимай, только почти вот эти верхние дырки, это микрофоны. Я... Ладно, так. Огнёк. Туда подойди поближе. Один из моих активных подписчиков. Я тогда в день смерти не стал рассказывать. Сейчас подумал, почему бы не помянуть. Тем более, что, как я уже сказал, он был активным подписчиком. И где-то еще за пару месяцев до смерти, в мае 19-го, он даже на стрим ко мне заглядывал. В первую очередь это твой однопоточник был и друган, да. А уже потом активный подписчик. Ну, видео-то я для подписчиков делаю, так ну. Я упоминал, и родственникам писал номер. А это уже чисто для подписчиков видео, чтобы понимали, кто это. Помню, по программированию там какие-то проблемы возникали, Совет всегда помогал. С Коляном ездили часто. На праздники. У него получается Санька днюха 23 марта, у меня 21. После 23-го 21 ближайшие выходные. Помнишь, когда мы приезжали к нему? Праздновали с копом. Ладно. Давай.
Куда тут нажать? А вон. Сейчас. В общем, Санек, светлой памяти тебе.